Партнер проекта Радмир Summer Awards, сеть автозаправок Овис, единственный официальный представитель литовского топлива Вентус в Харьковской области. Программа «Водяная» продолжает наблюдать и следить за масштабным вокальным конкурсом «Караоке Радмир Summer Awards». Сегодня второй кастинг, огромное количество участников и прекрасного вокала. Ну а мы надеемся, что вы, наши дорогие зрители, сегодня порадуетесь прекрасному вокалу наших участников. Становитесь ближе к звездам и, конечно же, оставайтесь вместе с программой «Party Time». Я очень рада видеть здесь всех, особенно такое количество людей, особенно наших известных харьковских звездочек. Я очень рада, что все-таки проявился интерес к нашему конкурсу. Огромное спасибо всем, кто принимал участие, особенно в программе Party Time. Сегодня второй этап. Собственно, когда же нам ожидать финал и на когда он запланирован? Финал будет в конце августа. И, собственно, где-то в сентябре месяце наш победитель отправится в Европу. Хотели прийти на кастинг в караоке «Радмир», и мне приятно, что я вижу очень известных людей Харькова. Кто подтолкнуло прийти сюда? Ну, ты знаешь, в первую очередь, я немножко занимаюсь вокалом, но это безумно мне нравится. Как вы знаете, я хореограф, это основная моя профессия. Летом хочется чего-то нового, свежего, какого-то вдохновения, и я подумала, почему бы и нет? Что подготовила сегодня, чтобы же исполнять? Я буду петь песню «Сия Титанию». Надеюсь, я пройду, было бы отлично. И мне очень нравится «Радмир», этот проект. Мне кажется, это круто. У ребят все получится. Среди членов жюри есть профессиональные вокалисты. Я понимаю, что им понравится трудно, потому что люди уже с огромным багажом знаний и практики, соответственно. Кто эти люди, кто будет сегодня оценивать? Сегодня в жюри вы сможете увидеть нашу непревзойденную Асту, которая не нуждается в какой-то отдельной рекламе. Также в жюри будет директор звукозаписывающей студии «Тет-а-тет» Роман Таран. Я к вашим услугам, Анастасия Бережная, девушка известная в нашем городе, а также победительница первого этапа конкурса «Радмир Awards» Елена Вьюн. Очень понравилось исполнение данной участницы, во-первых, потому что выбор песен достаточно порадовал, во-вторых, потому что у нее очень классный тембр, она очень хорошо исполнила. Ванечка, мне приятно тебя сегодня здесь видеть. В любом случае, ты как человек уже с огромным багажом вокального опыта и так далее, ты можешь и по достоинству сам оценить вот то, что сегодня будет здесь происходить, но я так понимаю, что ты сегодня здесь совершенно с другой целью. Да. Какой? Больше как моральная поддержка. Что это за девушка? Это же не парень. В любом случае. Хорошая, замечательная девочка, поющая. Может быть, это, я не знаю, твоя ученица, например, которую ты подтягиваешь вокально. Пытаюсь, да. Ну а твое творчество как поживает, как голос? Голос великолепно. Практикуемся, работаем, поем и начинаем для себя писать песни. Почему ты, собственно, вот сегодня не хочешь себя почувствовать королем вечеринки и поучаствовать в кастинге? Это нечестно. Мое время уже было. Как бы, да, пускай молодежь радуется и конкурирует между собой, как бы набирается опыта и получает приятные сюрпризы. Очень понравился.
понравился выбор песни, потому что очень редко, когда современные исполняются композиции, потому что вот это старье уже... Ну, хватит, ребят, хватит петь старые песни, особенно какие-то непонятные. Вот человек вышел красиво, сказал, спел. Очень приятно, очень хорошо. Спасибо большое. Нашим зрителям нужно напомнить о том, что же все-таки получит победитель этого конкурса. Главный приз – это путевка в Европу, денежный приз от клуба «Радмир», запись авторской песни от студии «Тет-а-Тет», а также спецприз от самого ожидаемого гостя – лучших вечеринок страны. Меня уже заинтриговали, хоть самую иди участвую в кастинге. Я вижу, что много участников, наверняка вы уже со многими из них знакомы или познакомились в процессе. Да, конечно, я уже половину узнаю в лица, половину по фамилиям понимаю. Некоторые даже можно узнать людей по песням. То есть я сама работала в караоке 2 года и знаю репертуар некоторых уже людей. Но очень много новых лиц, и это приятно. Я надеюсь искренне, что этот проект не будет завершаться, он перетечет во что-то более масштабное. Планы есть какие-то? Да, конечно, мы решили делать этот проект, ну, как бы в будущем, каждый сезон. И надеемся, что в будущем сезоне он будет более обширный, более масштабный и более, ну, как бы яркий. Потому что хочется с каждым туром, с каждым сезоном, чтобы он развивался и чтобы были только самые приятные, позитивные впечатления. Партнер проекта «Радмир Summer Awards» – сеть автозаправок «Овис». Единственный официальный представитель литовского топлива «Вентус» в Харьковской области.